Доброго-доброго времени суток! Друзья, приветствую вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет посвящено новинке от NARS. Сегодня у нас будет большой обзор вот этой палеточки от NARS. Вот в таком вот ярком солнечном цвете. Большая она такая. Давайте мы ее с вами откроем. Это новинка осени. Она буквально в конце прошлого месяца поступила в магазин Литуаль. Эксклюзивно продается в Литуале косметика NARS, фирмы NARS. Поэтому как только я ее увидела, я ее ждала, честно ждала. Мне хотелось ее для себя приобрести и наконец-таки протестировать вот эту красоту. Это лимитированная палеточка, и у NARS все лимитированные палетки, ну просто какое-то произведение искусства. Например, вот это, посмотрите, а мы ее еще подробнее я покажу поближе. А у нее неровная поверхность, вот такая вот она у нее бугристая. Смотрите, какое чудо. Ведешь, вот такая неровная. А знаете, напоминает слиток золота по цветовой гамме, по такому оформлению. Вот такой вот, как слиток золота. Коллекция называется Afterglow. Тяжелая. Сразу скажу, она такая увесистая палеточка. То есть, если их несколько взять, то, скажем так, вот они дадут ощущение такой тяжести у себя в косметичке. Или, например, как визажисты, это увесистый кейс будет. Она действительно тяжеленькая такая. Хорошо, весит она хорошо. Большого такого формата, размерчика. Здесь 12 теней. Вот, собственно говоря, ее упаковочка. Упаковочка вроде как простая, да, вот здесь вот дополнительный чехольчик. На обороте есть перевод 12 теней. У каждого оттенка свое название. Ну, я их читать не буду, потому что как бы вот смысл называть каждый из оттенков я, в принципе, не вижу. Сводчи я на них, конечно же, покажу близко, потому что, ну, здесь такая шикарность. Здесь просто прекрасные цвета. Открывается она туговато. Что здесь есть? Зеркальце здесь есть. И давайте же посмотрим. Вот она, красотища, которую сводчи мы с вами сейчас и посмотрим. Что у нас здесь есть? 12 оттенков, прекрасных оттенков. Здесь и сатиновые, и матовые, и атласные цвета, и вот эти вот глиттеры. Глиттерные оттенки, вот особенно вот этот, он идет вот такой вот желтоватенький. Он идет с крупным помолом, блесточки крупненькие. Если вот эти вот мелкие, я вам сейчас покажу. А вот у этого, как раз у одного оттеночка, у него помол довольно-таки крупненький. И сразу предупрежу, что при нанесении на веко он может как бы, ну вот эти вот блесточки могут осыпаться. Это есть такое, даже в сводчах, когда я для себя их смотрела, это есть. Поэтому вот именно на это, если вам надо, чтобы совсем не осыпалось, нужно хорошую базу. Есть, по-моему, в Catrice база для глиттера. Она так и называется, для глиттерных оттенков, чтобы вот они прям нанесли на них, и они прилипли, и не осыпались. Ну, это вот как бы, скажем, немного отойдем от правил и просто от темы немного отойдем. И я вам как бы сказала, есть вот такая специальная база, чтобы не осыпались. В остальном прекрасно. Вот все прекрасно в этой палетке, начиная от оттенков, красивые, теплые оттеночки. Но здесь море макияжа, 12 оттенков. Здесь можно и дневные спокойные макияжи делать, и одним, как говорится, движением кисти превратить дневной в вечерний, то есть более темные оттенки нанести, более интенсивно. Пигментация очумительная, девчата, правда. Вот если чуть-чуть
а больше нанести их, то дневной макияж моментально в одно мгновение превращается в вечерний. Поэтому если для дневного, то вот легкое такое, легкое нанесение, касание шикарно. Они между собой растушевываются. Прекрасная растушевка. Вот у меня сейчас, я использовала для своего сейчас макияжа вот этот оттенок, вот этот вот, да, вот этот и вот этот матовый. И добавила вот такого блестящего на центр глаза. То есть так можно комбинировать. Вот говорю, легко, прекрасно тушуется. Вот, вот все в этой палетке прекрасно, правда. Вот купил и все получил то, что есть. И пигментация шикарная, и само исполнение шикарное. Ну вот я считаю, что вот такие лимитки, их нужно иметь у себя в арсенале. Даже просто вот достать и посмотреть вот на такое чудесное оформление. Оно действительно поднимает настроение. Не просто вот оно такая вот коробочка, а достойная, красивая лимитка, потому что Франсуа Нарс, он сам известный перфекционист, поэтому вот он все делает идеально. Идеально. Если уж лимитка, то лимитка, за которую вот, ну, не жалко, как говорится, не то, что своих денег отдать. Вообще она стоит где-то 5500 без скидки. Но если дождаться в Литуале, вообще очень часто бывают скидки. 50%. Мне она где-то вышла 2700. Вот так. То есть я дождалась, когда будет шикарная скидка 50%. Я с удовольствием ее купила. Довольна, просто довольна. Ну, довольна, действительно, стоит она того. Поэтому много слов говорить не будем, а давайте мы их протестируем. Еще, девчата, осень – самые актуальные оттенки. Вот теплые, осенние, осень, зима – самые актуальные оттеночки, поэтому она у нас в России появилась именно в осенний сезон. Осенью, в зиму и вот такие теплые оттеночки. Я считаю, что подойдут всем. Иногда читаю отзывы, что пишут, что светлым и светлокожим они не подходят. Все зависит от степени нанесения теней. Если вы дозированно будете наносить их, не сильно ярко для дневного макияжа, для блондинок, для светлокожих, точно подойдут. Потому что теплые оттенки, коричневая гамма, бежевая, они подходят абсолютно всем. Как светлым, так темным. Поэтому берем, не стесняемся, и вот становимся обладательницами такой шикарной лимитки. Это лимитка. То есть это не постоянная коллекция, это лимитированная. Но вот за такое оформление, знаете, даже вот, ну, я не видела больше у люксовых брендов, чтобы были вот такие шикарные оформления, кроме Dolce & Gabbana. Вот они тоже там в своих коллекциях, футлярчики у них, ну, шикарные там всякие цветочные оформления. Вот еще у них. А все остальные наши люксовые бренды, они делают просто вот темную палеточку и все. Лимитка, не лимитка, внутри тень, все, ну здесь вот все шикарно, как слиток золота. Все, я больше не говорю, давайте мы с вами сейчас их просвотчим, каждый оттеночек. Подписывайтесь на мой канал, будут еще интересные обзоры, не пропускайте, нажимайте обязательно колокольчик, ставьте лайки и смотрим сводчи. Итак, друзья, давайте с вами протестируем эту чудесную палеточку из серии Afterglow. И начнем мы с вами вот с четырех вот таких замечательных оттенков, которые идут у нас, поближе покажу, которые идут у нас с блестками. Вот этот блестит, этот и вот этот вот рыжух, самый рыженький. И мы сейчас с вами их посмотрим. Ну, давайте вот так вот нанесем. Давайте вот этот на мизинец. Вот это самый, посмотрите, пигментация супер.
вот это самый осыпающийся оттенок, потому что у него очень крупный помол. А вот эти вот, видите, вот я затронула, и вот видно, вот они осыпаются. Затем вот этот светлый, смотрите, я сейчас только прикоснусь, даже не размазывая. Вот так, сразу. Он причем такой, знаете, как перламутр. У него и розовый, и желтый пигмент. Давайте я его побольше наберу. Вот он. Видали, какой красавчик? То есть, чем больше его вот так затронул, и вот они какие шикарные. А давайте вот этот вот оранжевый. Просто прикасаюсь. Уже вот какой отпечаток. Видите? Если я проведу по нему побольше, тут вообще супер. Зашкаливает уже пигмент. Потому что, я говорю, достойная пигментация. И вот этот вот светлый возьму. Вот он такой. Вот они. 4 блестящих оттеночка. Самые блестящие, которые вот есть. Вот этот самый крупный помол. И вот эти самые, 1, 2, 3, самые меленькие. Так, теперь перейдем мы с вами... Что у нас здесь есть? У нас здесь есть матовые оттеночки, есть один самый светлый и вот эти вот сатиновые, наверное, атласно-сатиновые. Так, давайте будем их... Так, ну с какого? С какого мы начнем с вами? Давайте вот с этого рыженького. Куда бы его сюда нанесу? Рыженький оттенок. Сейчас побольше сделаем. Вот такой. Видно, да? Рыжий оттеночек. Так, следующий у меня пойдет вот этот вот светлый. Рядом с ним поместим с вами светлый оттеночек. Вот он. Видали, какой красивый? Какой красивый оттенок. Вот его можно использовать вообще как хайлайтер. Хайлайтер под бровь. Вот он. Красавец. Теперь мы с вами пойдем вот этот. Это матовый. Матовый коричневый. Вот он. Вот как красиво ложится. У них, я говорю, пигментация просто великолепная у теней. Вот. Затем возьмем с вами вот этот розовый, следующий. И нанесем его вот сюда. Такой розовый, матовый розовый, красивый оттенок. Пойдем с вами по порядку. Здесь у меня от окна отсвечивает. Ну вот, вот так, да? Вот так покажу красоту. Так, и теперь у нас пойдет... А, вот этот же у нас еще блестящий с вами, друзья мои. Да, вот этот тоже, ну вот мы его вот сюда, вот он, вот этот оттенок, вот он, и вот такой вот он, вот он, вот видите, какой красавец. Так, вот эти мы 2 с вами использовали, это вот этот и этот пальчик, это вот эти оттенки. Остается у нас вот этот цвет фуксия, давайте мы ее и... под рыженький вот сюда нанесем. Вот он, красавец какой, посмотрите. Настолько яркий. Вот она, фуксия какая. Супер. Вот это фуксия. Это у нас фуксия. Остается у нас с вами самый темный коричневый. Он матовый. Вот этот верхний матовый. Он хорошо пойдет на стрелки, стрелочки им хорошо, подводку делать. То есть такой точечный. Вот, он матовый. Сейчас я его нанесу. Вот он такой темный матовый. Пожирнее их сделаю. Вот он. Видите, как фуксия сразу рядом с ним заиграла.
Ну, вообще супер. Вечерний макияж можно сделать. А, и вот этот вот блестящий сатиновый возьмем. Рядом с ними. Вот он, самый последний. Вот самый последний я беру. И мы его вот сюда. Посмотрите, какой отдает такой ржавчиной. И кирпичный вроде есть. И вот он и коричневый, и краснота здесь в нем есть с красным. И коричневый. Вот, видите, какая. И какие идут переливы. Вот они. Все у нас оттеночки из этой палетки. От. Так, стоп, камера куда-то убежала. От самых блестящих, да, вот они, четыре блестящих оттеночка. Посмотрите, какая шикарность. И у нас пошли тени из палеточек. Мы взяли вот этот вот рыженький, который я, кстати, накрашена в видео. Вот он. Потом мы взяли светлый. Он идет у нас как хайлайтер. Можно использовать как хайлайтер, как точечное такое нанесение, чтобы придать блеск. Ну да, как хайлайтер. А затем у нас идет вот этот коричневый. Вот он у нас идет. Он матовый, матовый коричневый. Затем идет такой красивый розовый, тепленький розовый. Посмотрите, все оттеночки тепленькие. По тону всех теплый. Вот он. Сделаю поярче. А затем идет вот этот рядом с розовым. Это у нас вот с таким с блеском. Тоже можно точить, например, розовый сделать макияж и на середину века просто точечку поставить точечно. Он уже по-другому заиграет. А затем идет у нас вот эта фуксия прекрасная. Темно-коричневый, матовый. Хорошо пойдет стрелки прорисовывать. Такие обманчики стрелки тенями. И вот этот у нас идет с переливом. Темно-коричневый, вот этот с переливом. Вот они, все свотчи этой прекрасной палеточки из серии Afterglow. Вот здесь написано. Вот она, серия Afterglow. Коллекция. Нарс осенняя. Шикарная у нас. Золото идет с вами, слиток золотой, теплых оттенков. Покупать для себя, не покупать, решать вам. Я с удовольствием себе купила и буду ею пользоваться. Для вас сводчи. Надеюсь, они помогут вам в выборе этой палеточки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите свои отзывы в комментариях под этим видео, оставляйте. И до новых полезных встреч. Приятных вам хороших покупок. Пока-пока.